Тейлор Лотнер выбрал в жены простую медсестру. После множества звездных романов поклонники в растерянности от выбора известного актера. Ведь он решил жениться на 25-летней Тейлор Доум, которая на момент их знакомства работала обычной медсестрой. В отличие от других подружек звезды, девушка очень далека от шоу-бизнеса. Молодые люди встречались в течение 4 лет. Однако оба старались не афишировать свои отношения публично. А в прошлом году Тейлор сделал предложение своей тезке. Скромная по голливудским меркам свадьба прошла в одном из винодельческих хозяйств Калифорнии. Гостями мероприятия стали около 100 родственников и друзей пары. Окружающие отметили трогательные отношения между новоиспеченными мужем и женой. А как вы думаете, как скоро пару ждет пополнение? Крис Эванс перестал скрывать новый роман. Голливудский красавец привык к повышенному вниманию противоположного пола. Выяснилось, что сердце известного актера снова занято. Оказалось, что Крис уже больше года встречается с актрисой Альбой Баптиста. Близкие актера уверены, что Эванс по-настоящему счастлив с восходящей португальской звездой. В планах 25-летней Альбы покорение голливудского Олимпа. Молодые люди встретились в Европе во время съемок в разных проектах. Сейчас парочка вынуждена перемещаться из одного конца света в другой ради встреч друг с другом. Однако они не стараются афишировать личную жизнь в своих социальных сетях. Известно, что вся семья актера без ума от португальской красотки. А как вы думаете, есть ли будущее у подобных отношений на расстоянии? Стало известно о романе Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона. Личная жизнь модели не дает покоя ее многочисленным фанатам. Ведь звезда меняет поклонников одного за другим. 31-летнюю Эмили свели с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном общие друзья. Известно, что парочка общается совсем недавно. Однако молодые люди очень интересуются друг другом. Выяснилось, что Пита привлекает не только внешность девушки, но и ее ум. А ей, в свою очередь, нравится его чувство юмора и легкость в общении. Несмотря на то, что Эмили и Пит встречаются совсем недавно, окружающие уверены, что их отношения зашли довольно далеко. Ведь Дэвидсон позволяет себе на публике немного больше, чем допустимо приличиями. А вы не сбились со счета, перебирая поклонников красотки?